Привет! Сегодня 29 апреля. Он Чича гуляет. А вот и Верка. А он Верда сама по себе стоит, разговаривает уже полчаса. Тоже странность какая-то у нее. Что-то она... Это она не здоровается, это она просто разговаривает. Полчаса что-то возмущается. Мы 2 недели или 3 недели ждем дождь. По прогнозам, вот эти дни вчера, сегодня... Прямо там ливень был обещан и ночью, и днем. И только что нахмурилось, и уже опять солнце вылезло, туча раздула. В общем, такое. Все же планируют, вот дождь пойдет. Кто-то по костровы откладывает, херда, молчи. Вот такое. А я вчера немножко цветочков подкружил. Вот маленькие поставил. Буду завтра, послезавтра колеса опять привезу. 1 000 000 штук. В общем, придумал я. Я их все положу, змейкой положу колеса, и когда создастся такая определенная траектория, потом уже буду облагораживать. Сделаю их под камень или как-то вокруг них не буду траву стричь. В общем, придумаю. Решил вчера сюда посадить тоже растение. Думаю, выкопаю эту не пробудившуюся хризантему. А там на ней уже начали эти самые. Это мне так всегда так бывает. Что-то соберусь выбрасывать. Говорю, ну все, допросилась. А ну раз так с перепугу начинает пробуждаться. Вот здесь насадил цветочков. В общем, привез кучу цветов, еле дотащил. Денег потратил. А посадил, и их-то не видно. Вот тут всякие разные. Название уже забыл. Для меня это очень тяжело. Все это запоминается. И вот тоже привяли. Ну, надеюсь, отойдут. Это такие тенелюбивые, а это такие не очень тенелюбивые. В общем, завтра, когда я клумб сена создам, 250 клумб планирую еще. Буду собирать цветы. Я уже договорился у Максима на даче. Повыкапываю цветочки, какие там у него есть, потому что там он уже не бывает. Потихоньку там то деревья кто-то режет, то еще что-то растаскивает. Говорю, давай цветочки выкопаю, если что, верну обратно. Вот. Обещали мне еще дать тоже добрые люди цветочкам, ну а потом докуплю. В общем, планирую посадить еще 200 растений. Потому что как-то все равно мало у меня цветочков. Вот такое. Вот Чичу покажу. Вот она ходит. Ходит, гуляет. Здесь как бы все потихонечку проращивается. Ну, что-то оно не сильно в этом видно. Да ничего, оно не все проращивается. Вот что-то проросло такое. Будем надеяться, к середине лета все появится. Чича. Вот она такая. Так что все у нас тихо, все спокойно. Вот такие у нас обычные дела. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Чичку покажу, вот и покажу цветочки еще свои. Вот. Всем пока.